Доброе утро! Приготовим сегодня на завтрак пананг карри. Это тайское блюдо. Кстати, сами тайцы утверждают, что существует более 100 рецептов карри. Сегодня приготовим один из них. Возьмем говядину, длиннейшую мышцу, рис басмати, кокосовое молоко, специи, масло растительное и совсем немного времени. Итак, начнем с риса. Обжариваем его на растительном масле. И затем отвариваем с водой до готовности, чтобы получился рассыпчатый рис. Длиннейшую мышцу нарезаем тонкой соломкой. Также растительное масло. Говядина. Карри. Бадьян. И имбирь. Вливаем воду. И немного подтушиваем под крышкой, чтобы стало мягким. Тем временем рис обжарился до золотистого цвета. Вливаем также воду, чтобы ее было где-то в два раза больше, чем риса. Накрываем крышкой и варим до готовности. Тем временем говядина уже немного пропарилась. Добавляем к ним устричный соус. Кокосовое молоко. И выпариваем до загустения соуса нашего. Пока выпаривается наш соус, наше карри, пока отваривается рис, нарубим зелень. Лучше всего брать кинзу. Соус загустел, выключаем. Рис практически уже набух. Вливаем в него соевый соус и оставляем выпариться. Тем временем начинаем выкладывать блюдо. Очень необычное блюдо, но готовится легко и просто. Кстати, встречаемся в выходные дни в проекте 50 рецептов первого. До новых встреч!